Much Ian Bisha. Tacos. What are you eating, Raven? A banana pepper. What are you eating, Charisma? I don't know. Salt water taffy. A what? It's called salt water taffy. Yeah, Bisha said the. How do you say it? Mm-hmm. Coconut is not that. Kokos is not that thick in Russia. Mm-hmm. I don't know why. Mm-hmm. Yep. I should have seen Raven try to open it. I did a good job. He did a horrible job. He's eating a banana pepper. Charisma, you know you're going to be on YouTube, right? Mm-hmm. Too late now. It's too late now. Thank you, your haircut in the watermelon. Got her another arbus. 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 I love arbus. Ain't in my arbus. I'm gonna try to see if we get some time. Ooh, the water vada. And coconut. Can you clean more? Clean more what? Oh, okay. All right, might try to. You like a green olive. It's a watermelon. Might try to show you guys how to eat fry your some chicken. Kids. Yeah. Eat your vegetables, what? Kids. It's good for you. You strong like me. I'll show y'all muscle one day. No, not you. That's what happens when you don't eat your vegetables. What? I'll eat vegetables. Oh, всем привет! I think they're so tired of us talking about coupons. Then don't vlog it. We just vlog it for ourselves. Короче, вот. Пришли мы с магазина. Купили задешево вот эти порошки опять. Сегодня у нас был последний заход. Затем есть такая там вещь, называется специальные, где типа выгодные сделки от менеджера магазина. Вот, например, видите, банка помятая, вот здесь видно, да? Вот, то есть она не доллар уже 29, а 69 центов. Вот эти бесплатно, потому что стоят они 99 центов на этой скидке, хотя стоили раньше 2 доллара. Вот, 99 центов у нас был купон доллар с каждого, то есть нам, ну, бесплатно эти, короче. Затем вот эти были по 69 центов, потому что у нас есть купоны, были купоны на доллар. Эти 29 центов, потому что те же самые купоны. Вот. И вот эта штучка была у нас купон на 3 доллара, то есть стало 4 доллара за вот эта щетка и такая вот отбеливающая тут как бы штуковина какая-то. Не знаю уж, чем она там. Ну, я хочу попробовать. Затем купили... That's for me. Yeah, вот такую штуку, ну, как бы прыскаешь, да, и вино отходит. Вот, скажем, мы вот там вот разлили маленько. Вот, такую штуку купили. Она тоже всего 2 доллара стоила. И затем, что мы еще, газировка 60 центов. И, а где, вот. И тоже, видите, коробка помятая. Вот здесь, видите, вот она такая, мятая коробка, торт. Вот, 60 центов. Обычно они тоже недорого, они тоже около там, доллара, что ли, стоят. Вот, доллар 25. И к нему вот такая вот сверху помазка. Вот такой розовый лимонадный название такое, не знаю. Доллар 60. Стал 79. Вот, так что мы сегодня сэкономили... А? О, oh, yeah, розовый. Сегодня мы сэкономили 65%. То есть мы должны были заплатить около 90 долларов. Заплатили мы за все это 30. Так что, да, все круто, круто. Желтый, yep. Hi, my honey. Hey, orange. They never see you in vlog, man. Оранжевый, it's orange. Оранжевый? Красный. Красный is red. I can never remember. Blue is, begin with S. Синий. Синий. Yeah. Okay, it's a mess around here. Все, пока. Okay.
Всем доброе утро. У меня уже 4-е видео за сегодня обрабатывается, и еще всего 2 часа дня. Ю-ху. Посмотрите, какая красота, вроде кажется, да, на улице, но нет, уже прохладненько. Видите, у меня даже закрыт балкон, потому что все-таки холодно. И я в носках, в штанах, такая вся в кофте. Всем привет. Я хотела быстренько просто записать видео, потому что... Ну, думаю, ладно, раз Инель сделал, как бы, попытку записать это видео, то я просто расскажу вообще, в чем прикол, наверное, потому что для меня, мне кажется, все, как говорится, да, все в жизни не просто так происходит. Вот, поэтому, наверное, надо что-нибудь записать. Сейчас я вот поставлю куда-нибудь, погодите. Всем привет! Надеюсь, я в фокусе и видно меня. В общем, Инель записывала недавно видео, мне сказала, типа, я там видео записала, я очень рада, что она его не выложила, хотела попытаться сам выложить на YouTube сразу же, но я сказала, ладно, погоди, пока я приду, потому что, когда он делает такие, как бы, клипы, да, то есть по 2-3 минуты, то я пытаюсь их все равно делать субтитры, потому что даже если 60%, скажем, наших друзей на YouTube понимают, да, что он говорит, а все равно некоторые люди не понимают, поэтому приходится все равно делать субтитры. Я, конечно, не делаю субтитры под каждым словом, потому что такие слова, когда он говорит, которые, ну, любой человек должен в школе как бы знать, со школы их знать, то я пытаюсь, ну, я просто не перевожу, а когда все-таки какой-то это поток информации он пытается дать, то тогда, конечно, если меня нет рядом, да, чтобы перевести, о чем он говорит. Вот, и я пришла с работы, получается, и он мне говорит, там на камере я записала маленький клип, вот, выложи его на YouTube. И, ну, многие, конечно, это видели. Я, в общем, его не выложила и не выложу, получается, потому что это такое очень личное. Но многие тоже, я уверена, 100%, что процентов 10-15 людей по-любому видели, о чем идет речь. Речь идет об этой стене, которую вам сейчас не видно. Я могу вам ее издалека показать. Как бы вот так вот покажу. Но я тоже, я уверена, как бы процентов 10 человек, ну, точно... из вас видели эту стену, и что на ней написано, что на ней находится, какие, как бы, листочки, бумажки, да? Но это, как бы, для меня не просто листочки, бумажки, это то, чем я, ну, делиться могу только с близкими людьми, понятное дело. Потому что, почему? Всегда говорят, что нужно делиться своими мечтами, своими, куда вы хотите чего достигнуть с миром, но я в это, как бы, не верю. Мне кажется, что наоборот, какое там есть такое высказывание, что тишина это самый громкий что-то. В общем, мне кажется, что нужно наоборот свои мечты держать в себе, ни с кем ими не делиться, и тогда они точно сбудутся. То есть, да, конечно, когда вы идете к чему-то, да, к каким-то целям, тогда нужно делать шаги, искать, но каждый раз, с каждым шагом нужно тогда уже будет добиваться чего-то, то есть каждый шаг, это должен быть шаг к тому, чтобы скорее достигнуть свою мечту, то есть это новые знакомства какие-то, новые достижения, да, новые выученные слова, новые уроки, то есть именно где-то оступились, да, нельзя падать и лежать, нужно вставать и идти дальше. Все люди учатся на ошибках. И вот Инель, получается, он сделал видео, он показал мою стену, и он показал, что как бы вот является моими, по-английски называется goal, да, или как-то, ну, мечтой, достижением, как бы, то, к чему я стремлюсь. И, ну, я решила не выкладывать, но думаю, раз уж он заговорил об этом, да, то я все равно как-то вот так вот сделаю это видео такое маленькое. Но еще раз говорю, что я думаю, не знаю, напишите мне свое видение этого. Может, вообще какие-то люди, да, кто-то из вас вообще не то чтобы не мечтает, я понимаю, что все мечтают о чем-то, но, может, кто-то не задумывается об этом, и все у них получается. Это вообще, это просто, мне кажется, так супер, когда такое происходит. Нет, у меня всегда было, и... Но это тоже, мне кажется, когда ты себя зацикливаешь, что вот у меня только так это может произойти, да, тогда то ты и застреваешь на этом уровне, вот. Но мне кажется, что все-таки вот у меня, да, как получается, я получаю все, о чем я мечтаю, но это не происходит, например,
если у меня поставлена цель неделя, да, я не получаю через неделю, я получаю это, может быть, через год. Вот, то есть у меня, мне кажется, я жду. Вот у меня, я всегда говорю, я люблю, ну, не могу, не люблю, а я умею ждать, скажем, вот так вот. То есть я жду чего-то, да, то есть я знаю, что это произойдет, но это никогда не происходит вот так вот, да. Это происходит через какое-то огромное количество времени. Очень редко что-то происходит у меня прямо моментально. То есть я захотела, и вот оно, нет. Всегда нужно будет... Но еще, мне кажется, это от человека зависит, да, когда, например, я очень ленивый человек, сейчас пытаюсь, конечно, себя собрать, себя сделать более организованным человеком, более каким-то продуктивным, да, что-то вставать, что-то делать. Каждое утро у меня какой-то, какая-то маленькая цель, то есть вот я уже, по-моему, рассказывала, когда вы делаете себе лист или список того, что вам нужно сегодня сделать, никогда не пишите 10-15 вещей, которые нужно сделать. Или даже если вы пишете 15 вещей, всегда пишите вот первые две вещи, да, или первые три вещи, вот, обязательно, которые вы сделаете. Но это, конечно, не может быть там заправить постель, но если вы никогда не заправляете постель, то лучше уж поставьте это вот первым, и вы точно себе поймете, что три главные вещи вам нужно сделать задние, обязательно. То есть нельзя ставить приоритеты, вернее, нельзя просто писать список, не расставляя приоритеты тому, что вы должны сегодня как бы выполнить. Так вот, Энель, получается, показал здесь. И когда я прочитала, я думаю, ну ладно, вот это можно показать, как бы это не секрет. Но какие-то вещи, это прям очень такие личные вещи, они только вот для меня. То есть, когда сам смотришь на свои визуализации, да, как в фильме «Секрет», например, когда смотришь на свою мечту, вот на что-то, что ты запланировал, всегда имейте визуализацию, всегда имейте картинку перед собой, всегда имейте заставку на телефоне или... где-то у себя в бумажнике, да, маленькую картиночку того, о чем вы мечтаете, что является вашей мечтой или там достижением, вот, тогда это должно визуализироваться, визуализироваться, не знаю, как правильно сказать, вот, да, поэтому, да, на самом деле, я не знаю, вообще, что такое мечта, что такое вот эти вот желания. Кому-то это не является, вот я тоже хотела вас просто спросить, для вас это является тем, что вот вы думаете, что вот вы кому-то рассказали, да, и тогда у вас это не сбудется? У меня как-то вот так вот, у меня, когда я рассказываю о том, о чем я сильно-сильно мечтаю, то у меня это, может быть, и сбудется, но еще дольше мне придется ждать, то есть уже не год там, как я сказала, да, а еще дольше, потому что мне кажется, что не все люди могут посылать позитивную энергию в сторону других людей. Все люди по своей сути эгоисты в жизни. И людям нужно учиться, вот даже те же люди, да, которые комментируют, и абсолютно абсолютно незнакомым людям, может, как можно писать негативные комментарии, да, когда ты совсем не знаешь этого человека. Я просто не понимаю. Для меня легче, вот честно, я когда еще даже в России была, у меня вот какая-то странность была, мне всегда хотелось говорить людям хорошие вещи. Вот я могла ехать в автобусе и засмотреться там на девочку какую-нибудь, которая очень красивая. Я потом подошла бы к ней и сказала, у вас такие красивые волосы или у вас такие красивые глаза. И человек улыбнется. Разве это сложно? Разве это сложно делать другим людям какие-то приятные вещи вот так вот, просто так, потому что они такие же люди, как и мы. Вот, поэтому... Я не знаю, с чего я это начала, но я просто сейчас увидела этот маленький клипик, который Инель записал. Я понимаю, что он хочет, чтобы мои мечты сбылись, да, потому что это действительно мои такие очень... это такие мечты, которые... У нас у каждого есть какая-то хотя бы одна мечта, которую прям всей душой хочется, чтобы она сбылась, чтобы она исполнилась, чтобы... Некоторые люди становятся очень такими... Они хотят всего, вот всего-всего-всего, и им даже хорошо, когда они просто вот хапнут здесь кусочек, здесь выловят что-то. Нет, у меня именно такие мечты, которые вот прям... Они очень легкие, они очень доступные, но даже когда они сбываются, да, просто... Вот, то это очень приятно, и, наверное, мне просто было приятно, что Инель заботился, то есть он это сделал видео, чтобы, например, вот одна из моих мечт,
Это не то чтобы мечта, это такое просто хорошее, ну, достижение, которое интересно было бы достичь, да, это там, скажем, у меня стоит марка, то есть всегда пишите, до какого, вот не просто то, что, как говорится, завтра я начну бегать. Нет, нужно сегодня встать, одеться и начать бегать с утра. Или завтра, или как-нибудь, или я начну. Нет, нужно встать и начать, тогда, значит, вы начали. То есть завтра будет каждый день, завтрак это каждый день происходит, завтра. То есть, если вы написали себе на стене «завтра я начну бегать», то вы завтра проснетесь, и у вас опять будет написано «завтра я начну бегать», или «завтра я сяду на диету», на холодильнике написано, и каждое утро ты подходишь к холодильнику, и написано, да, «завтра я на диете». Нет, нужно писать именно с 30 сентября по 30 октября я не буду там есть что-то, хотя я в это не верю. Я верю в то, что главное не жрать вот всякую гадость, и тогда все будет хорошо. То есть я все равно вижу, что какие-то мечты, вот у меня марка стоит до 1 января 2015 года. И до этого времени у меня очень много здесь висит таких моих пожеланий. И я знаю, что не все из них, но буквально на 50% сбудется. Вот, сбывается, да, получается. И это не важно, что... Не, например, у тебя сбылось что-то, например, я доверяю Богу, да, каждый день, больше, больше и больше с каждым днем я доверяю Богу свою жизнь. Не важно, что у меня сбудется, вот это сбывается, а не то, что у меня 10 тысяч долларов на банковском счете. Это вот мечты, это мечты, к чему вы идете, к чему вы стремитесь, поэтому... Для меня они все в важном приоритете. И даже если у меня нет до 10 тысяч подписчиков или друзей на YouTube, и у меня их пока что 4 тысячи, да, доходит, я этому безумно рада каждый день. Поэтому мне просто хотелось именно сделать такое маленькое видео, наверное, даже больше для себя, потому что я знаю, что все равно посмотрят, ну, 10%. О том, что... Потому что Инель сделала это маленькое видео, у меня так как-то попёрло, я думаю, блин, не забывайте мечтать, не забывайте ставить себе цели, потому что это важно, мне кажется, в жизни. Я не знаю, к чему я, честно, вела. Наверное, ни к чему не вела, но хотела, видимо, немножко вот так вот поболтать на эту тему. Я знаю, что у меня батарейка мигает, вот сейчас уже... Так что, наверное, если я... Допру, к чему я это вела, то я запишу еще немножечко к этому, чтобы закончить. А пока увидимся с вами позже. Пока.